Леггинсы 8 килограмм, размер М-ка. H&M размер, так, 164, рост. Размер 18 указан, без износа, в хорошем состоянии. 36-38. Размер М, также в хорошем состоянии, не застиранное, то есть цвет яркий. Эсмара размер S. Папайя, тут размер не указан. Да, размера нет, но на взгляд размер ML, больше L скорее. Атмосфера 44-46. Также в хорошем состоянии. 164 рост. СК. XS. Джанина 34. Это бриджа с кружавчиками. Размер 10 указан. Амису 38. Гламурные леггинсы. Так, это 40-42. 40-42 также. Это бриджа. Как вы видите, без износа, без застирований. То есть цвета у черных пока были все яркие. Эсмара СК. 38-40 размер. ТСМ 36-38. Ну, вот здесь вот видно, да, что цвет уже подуставший. Видно, что застирано. 38 размер. В отличие вот от этого, допустим, вот от этих бридж. Вообще как состояние отличное, человек новое. А, так, H&M L-ка. Также яркий черный цвет. Эсприт, это элька, тоже прям новенькие. М-ка, вот здесь вот износ виден. Размер не указан, но эска, СМ, можно так сказать. М-ка, здесь тоже износ есть, но небольшой. Эсмара М-ка. Размер указан. Явного износа я не вижу. Так, это Джина Бинотти. Эска 36-38. Тоже состояние отличное. Без износа, как и новенькие. Элька. Размер. Так, это у нас размер L указан. Тоже в хорошем состоянии. Также износа лично я не вижу. Вот этот флис с флисовым. Так, размер L внутри флис. Тепленькие. Амису размер M. Так, это у нас 34 размер. То ли они сами по себе серые. Да, скорее всего, сами такие серые. Ну, либо
очень застиженный черный. Но нет, это на самом-то деле серый цвет. Сам по себе. Так, XL. Сорок, 42. Тоже как новенькие. Состояние хорошее. 46, 48. Так, это атмосфера спортивной леггинсы 40. А, это бриджи. М-ка. Состояние отличное. Просто. Яркий черный, без износа. Эсмара. Так, это М-ка. Бриджики. Папайя 14 размер. Тоже без износа, в отличном состоянии. Так, это у нас 44-й. По-моему, из всего мешочка всего двое черных леггинсов было. Там с износом. А так, в основном, все просто в отличном состоянии. Так, это S-ка. Бинотти 38 размер. Вот здесь вот какие-то пятна есть. Так, размер М. Таким бриджем. Так, это у нас размер L. Спортивная леггинсы. И последние шортики оказались размер М. На этом все.